Кировском районе прошли соревнования областного турнира среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом». В районном этапе принимали участие 40 школьных и дворовых команд. В них играли юноши и девушки в двух возрастных категориях. Победители в каждой группе вышли в городской этап. Ярослав Чуклай вместе со своим братом Яном в секцию по футболу ходит уже 5 лет. Но когда это все приходят на тренировку и упражнения веселые, где надо бегать. Главное для игрока не сдаваться, играть до последнего. Ян Чуклай – вратарь, и у него свой секрет успеха. Вратарем тяжело быть? Ну да, там надо быть всегда собранным. Турнир «Лето с футбольным мячом» много лет проходит в Самарской области. Это прекрасная возможность для детей проявить себя. У нас тренировки проходят постоянно. Это просто этот турнир проходит каждый год. Это как дополнительный турнир для ребят, где они могут себя показать. Они могут играть за свою школу и, так скажем, выиграть медали, кубки. Также для школы это престиж. Командная игра. Самое главное. Всегда ребятам объясняем, чтобы играли в футбол комбинационный через пас. В промышленном районе также подвели итоги турнира. Команды из школы номер 3 попали на пьедестал в каждой категории районного этапа турнира «Лето с футбольным мячом». А среди юношей и девушек старшего возраста и вовсе стали победителями. В школе дети занимаются футболом уже с первого класса, отрабатывают основы и, если показывают успехи, то начинают заниматься профессионально. Начиная с первого класса, мы начинаем заниматься. Азы преподаем, а потом уже направляем в другие клубы какие-то, и они дальше продвигаются. Вот недавно у нас ездил мальчик со старшей возрастной категории на просмотр в Академии Коноплёва, и вроде там все благополучно у него складывается. В младших группах победили у девушек ученицы школы номер 5, а у юношей команда спортклуба «Виктория». Теперь эти коллективы будут играть на городском этапе, сражаясь в матчах с лучшими командами из других районов. Хочу пожелать командам, победителям удачи, верю в их победу и очень надеюсь, что мы увидим те команды, которые победили сегодня у нас в промышленном районе, в районном этапе, мы их увидим в финале областном. На церемонии награждения победителей отметили также и активно болеющих родителей, тренеров команд и судей. Вручение наград сопровождалось концертной программой и выставкой, организованной военно-патриотическими клубами района. Андрей Горгуленко, Юлия Василькина, Василий Колдашов, Николай Епифанов. События.